Привет, дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня поговорим про инжир. Стоит ли его открывать сейчас? Вот посмотрите, вот эти куски шифера. Оно, конечно, так все ужасно выглядит, но ничего. Под этими кусками шифера находятся молодые кусты инжира. Все нормально перезимовало. Давайте для примера разберем. Вот, ветка абсолютно живая, здоровая. Даже кончики не подмерзли. Это браун турки. Вот так зимовали вот эти все кусты, которые вы видите. И вот, и вот этот. И даже один зимовал под металлическим листом в печной трубе. Снега было много, поэтому все перезимовало отлично. Важно, чтобы сейчас вы инжир резко не открывали. То есть вы должны его приоткрыть, сделать, чтобы воздух туда начал заходить, но чтобы не попадало на него прямых солнечных лучей. Иначе у вас он засохнет. Увидите. Вот, тут вот тоже, вот, можете видеть, домиком вот так стоит. Короче, надо проветривание сейчас обеспечить кустам. И ни в коем случае не закрывать их полностью. Итак, пришли мы в яр. Уже закат у нас, вечер. Ну а на этом все. До скорых встреч. Вот вам такой закат на прощание. Пока.